Да, я обязательно проголосую, потому что это национальный долг. Мы должны участвовать в выборах. Безразличие и пассивность в обществе не приведут к хорошему будущему для нас. Нет, я не буду голосовать, потому что, как и в предыдущие годы, считаю, что это не имеет никакого значения для политического и экономического положения народа и страны. Да, если президент, избранный в будущем, будет иметь надежную поддержку населения, он сможет иметь право голоса в международном сообществе и найти подходящее решение для отмены санкций. Нет, я не думаю, что это имеет значение. Внешняя политика всегда оставалась прежней, и этот год ничем не будет отличаться от предыдущих. Жители Тегерана выразили смешанное мнение по поводу предстоящих президентских выборов. Студент политического университета заявил, что проголосовать – это его национальный долг, тогда как другой мужчина сказал, что не будет участвовать в выборах 28 июня, потому что в этом нет смысла. Двое из шести кандидатов отказались от участия в президентских выборах в Иране и призвали к единству сил, поддерживающих исламскую революцию в стране, сообщают государственные СМИ. Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакр Калибаф, бывший главный переговорщик по ядерной программе, в программе Саид Джалили, депутат-реформатор Масуд Пезешкиан и бывший министр внутренних дел Мастафа Пирмохаммади борются за пост президента. Выборы в Иране ожидается повлиять на преемственность аятоллы Али Хамейни.